что ты не это? Добрый день. Здравствуйте. Кировоградский взвод Иванчук. А что вы не запоняли? Вот так вот, я же с правилами остановился, видите, проехал чуть-чуть, протянул. Куда протянул? Протянул же всю улицу. Не надо машину трогать, пожалуйста. Не, машину не надо трогать. В смысле не надо? В смысле? Вы почему не останавливаете? А вы почему дверь не... Вы не выполняете законных вымог противника ДАИ? Давайте или на русском, или на украинском, на чем-нибудь одном. На чем-нибудь одном? На каком вам удобно? На английском. На английском? Вы где живете? На английском. Я не знаю такое «де живете». Это что такое? Это украинский, русский или какой-то язык? Водитель, почему вы не останавливаетесь? Инспектор, вымог, будьте любезны, давайте по форме, представьтесь, как вас зовут? Кого представлять? А тот, кто не останавливается? Ух ты. Давайте, представьтесь тому, кто остановился. Представься, кому остановился? Представьтесь тому, кто остановился. Выходите с машины. Зачем? Зачем? В смысле зачем? Затем, что вы не останавливаетесь работником ГАИ. Ну давайте посмотрим, вы работник ГАИ? Кому? Кто должен смотреть? Ну, я посмотрю. На данный момент сейчас мы будем рассказывать вам, что делать. Давайте. Давай? Я говорю, давайте. Выходите с машины. Для чего? Документы предъявлять. Для этого надо выйти? Да, и осмотреть транспортные средства. На предмет чего? А почему вы не останавливаетесь? Я потому что вижу человека с автоматом. Почему вы не останавливаетесь? Сидите дома тогда, если вы видите человека с автоматом и боитесь. Так я не сказал, что я боюсь. Кто? Инспектор, вы глуховат, я не могу понять. Вы обзываете? Я что, задаю вопрос вам задаю. Вы глуховат? Вопрос. Я вам вопрос задал, выйти с машины и это документы не вопрос. Предъявить. Это не вызывай вопрос. 102, Серега. И 103 сразу вызывайте. Может, не надо 102? Да, Сережа, старше, Сережа, вызывайте. Подходите. Вы меня остановили, подходите, давайте. В смысле подходите? В смысле, Сережа? Ну, у вас, Сережа, у вас дрожит вот так вот айфон в руке, я просто переживаю. Может, вы выпивший? Да вы стоите, вы стоите, вы неадекватный. Вы стоите с автоматом, у вас трясутся руки. Я спрашиваю вас. С чего? Ну вас останавливают, вы не останавливаете. Как это? Ну как это? Я протянул, проехал перекресток. Что протянул? Откуда протянул? Давайте так, спокойно. Откуда протянул? Вы выдохните. Откуда протянул? Выдохните. Откуда протянул? Откуда протянул? Да, откуда протянул? Выдохните. Откуда протянул, спрашиваю? Выдохните. Держите сами. Вас, я говорю, выдохните, успокойтесь, спокойно. Водитель, выйдите из машины. Для чего? Для чего? Я что-то почему нарушил? Почему вы не останавливаетесь? Я нарушил почему что-то? Почему вы не останавливаетесь? Скажите, пожалуйста, вас заело или что, не могу понять? Я вам еще вопрос задаю. Это почему я понимаю. Почему вы не останавливаетесь? Вы мне ответьте на вопрос. Я вам отвечаю на ваш вопрос. Почему вы не останавливаетесь? Я вам отвечаю на ваш вопрос, почему вы не останавливаетесь? Почему вы не останавливаетесь на законе вымоги работника ГАИ? Инспектор, я сейчас что делаю? Скажите, я сейчас стою. Как это я не останавливаюсь? Примусово. В смысле примусово? Ну в смысле, в самом прямом, примусово вас остановил. А как вы меня, что значит примусово? А вот так. Вы на тормоза? А два раза вы не останавливаете. А как ваша фамилия? Для чего это надо? В смысле для командир чего? Командир спрашивает. Да что мне ваш командир? Ну а как фамилия вашего командира? Ну я же нормально спрашиваю. Ну я же тоже нормально. Как ваша фамилия? И для чего остановлен был? Что, в чем проблема? Вы первый раз в городе. В каком? В Кировограде. Нет. Не, не первый. Ну все, раз не первый, я могу ехать? Нет, конечно нет. Будьте любезны, удостоверение с вами. Давайте с вашего начнем. Ваши документы. Удостоверение, будьте любезны, ваши инспектор. Ваши документы. Вы не выполняете требования про остановку. Я не знаю, кто вы. А что он ругается матом? Кто? Напарник ваш. Я не слышу. Если вы слышите, то, пожалуйста. Будьте любезны, по первому требованию гражданина Украины предоставить службовое посвящение. Я вам еще раз говорю, вы сейчас не выполняли законных требований работника ГАИ. Вы работник кому ГАИ? Кому я должен предъявлять? Вы работник ГАИ? Кому я должен предъявлять? Вы работник водителю, ГАИ? Водителю, который уходил от неостановки, два раза его примусово запынял, и он не останавливал. Что значит два раза? Три раза пускай будет. Ты, вот нет, это, ой, это не по-мужски вот это накручивать разы. Что? Дай бог вам один раз это сделать, а вы три раза. Удостоверение, будьте любезны, предъявите свое. Я вам говорю документы, пожалуйста. Я вам говорю, по первому требованию. А я вам можно вас на минуту? Не надо. В смысле по-нормальному? Я сейчас не по-нормальному? Не, по-нормальному. Пусть покажет удостоверение, кто это такой? Кто? Это оборотень? Кому показать? Мне. Кому? Мне. Кому вам? Мне. Давайте я вам. Ну, кому да вам? Мне ваше надо, мне его надо. Не, а мне ваше надо. Кому вам? Так. Ну скажите, пожалуйста, кому вам? Инспектор. А? Пожалуйста. Кому вам? Скажите, у вас заклинило? У вас как-то вам определенные количество. А вас заклинило? Вам определенные количество вас фраз заклинило? Дают на работу, и вы их вы у нас говорите. Вы неадекватный, вы не в трезвом состоянии. Почему вы в очках? Поднимите, пожалуйста. А что, все, кто в очках, тут неадекватный? Смотрите, я не слышу. Мне ваше не надо. Мне вот его, дайте удостоверение. Что это такое означает? Я не понимаю этого жеста. Ваше удостоверение, инспектор. Мое удостоверение. Ваше удостоверение. Нет, ваше. Пойдите.
Вы инспектора чуть не сбили на дороге. В смысле? А, лежачий полицейский был, да, точно. Я его переехал. Переехал лежачего полицейского. Ну что, вы будете показывать удостоверение? Я вам документы показывал. Вы, пожалуйста. Вы мне свои показывали? Вам он человек вас остановил. Вы мне свои покажите, вы со мной общаетесь. Вы оборотень? Вы обзываете? Нет, я спрашиваю, вы оборотень? А вы кто? Вы бандит. Нет, я вам задаю вопрос. Вы оборотень? А я вам задаю, вы водитель? Удостоверение. Вы водитель? Еще раз скажите. Еще раз. Еще раз повторяйте, что вы хотите. Вы не выполнили законы. А это кто приехал? Не знаю. Вы не остановились. Ну давайте, ну действуйте, инспектор. Пожалуйста, документы ваши. Сначала ваши. Ваши документы, пожалуйста. Еще раз. У вас, извините, пожалуйста, но расстегнута пуговица брюк. Это некрасиво при общении с людьми. Сейчас у вас что-то вывалится на ногу, упадет, палец отдавит. Покажите удостоверение. Слава Богу, чтобы не вам отдавило. Не, я в машине, я поэтому не выхожу. Да, а придется выйти. Серьезно? Ну да. Для чего? Как для чего? Для чего выйти? Посмотреть транспортное средство. Вы что, никогда не видели Ланос или что? Ланос никогда не видели? Чего, видели? Хотите купить себе? Что вы хотите осматривать тут? Да, мне не нужна такая машина. А у вас лучше, Lexus? Нет. А какая? Я езжу пешком. Гениально. Вы гениальный человек. Сережа, снимай, хочешь? Снимай, пожалуйста. Номера. Телефон, да. Снимай номера, Серега. О-о-о. А ну, чуть пониже. А руки трясутся у вас. Ох, пили вчера, инспектор. Мельниченко. Серьезно? Мельниченко Александр. Сейчас поедем, проверим. Вас и меня. Вместе, на пару. Вместе, я еще никогда не дышал трубочку с инспектором на пару. Будете дышать. Что вы говорите? Ну, давайте дыхнем. Ваши документы, пожалуйста. Суцкое новое правопорушение, причина зупинки. Порушили вимоги дорожнього знаку 4.10 і не виконали законних вимог про зупинку. Смотрите, давайте розсуждать логически. Тепер логически пред'являю. Я пред'явлю, да. Тепер документи пред'являйте. Я могу? На даному етапі могу ми ответить? Зараз поки остановимося. Ответить, пред'явіть, я могу? Могу ответить или нет, я не могу понять. Да, отвечаю. Предъявляйте документы. Он говорит, что я не выполнил на действия инспектора, не остановился, да? На... Нет, изначально вы нет, порушили... Да, 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 изначально вы порушили... Дорожний знак 4.10. Да. А потом не выполнил... А потім, да. Вы почали не виконувати законних вимог про зупинку. Как же тогда я сейчас остановился? Как же я стою? А примусово зупинили. Что такое примусово? У меня что, колеса пробиты или что? Примусово вас это зупинили. А, это потому что у вас примус, поэтому примусово. Ну это думаете, как хотите сами. Гадать. Инспектор, нет такого примуса. Я сам остановился. Да нет, справа. Нет, вы сами. Ну ладно, не будем ладно, спорить. Ладно, тащите, документы. Давайте, что там, доказы какие-то там, что там надо. Пожалуйста, водительский техпаспорт. Нет, у меня нету, извините, техпаспорта, пожалуйста. Регистрационные документы на транспорт. Тащите мне этот, что там, где я нарушил, что же я нарушил? Вы, пожалуйста, спросили, я вам ответил. Пожалуйста, предъявляйте документы, с кем я общаюсь до сих пор уже, 10 минут. Меня Саша зовут. Очень приятно, меня тоже. Пожалуйста, водительский. Александр, вот вы как тезка должны меня понять. Регистрационный документ на ваш транспортный взор. Вы как тезка должны меня понять. Я вас уже понимаю. Пожалуйста, документ. Да, это хорошо. Будьте любезны, покажите, где я нарушил. Я вам дам все документы. Страховочка у меня есть свежая, только сделали вчера. Ну вот, пожалуйста, предъявляйте, чтобы я знал, с кем я общаюсь. Саша меня зовут. Ну, вы покажите, хорошо. Где пожалуйста, что я нарушил. Предъявляйте водительское удостоверение ваше. Регистрационный документ на транспорт. Я с радостью это сделаю. Пожалуйста. Когда вы начнете выполнять что процедуру. Я, что я вам обязан еще? Ну, покажите. Я вам предъявил документы. Что там зафиксировано? Суцкое правопорушение пояснил. Ну, теперь предъявляйте документы, пожалуйста. Дальше будете, хотите, будете смотреть, не будете смотреть. Это ваше право. А что не будете, хотите? Ну, я же вас не могу заставить, правильно? Смотрите, будем рассуждать логически. Или не будем? Черту логику, давайте действовать по пожалуйста, беспределу. Пожалуйста, я же вам говорю, предъявляйте документы. Это я понял, но вы для того, чтобы... что вас останавливали, я вам ответил. Смотрите, для того, чтобы предоставить... Теперь, пожалуйста, предъявляйте документы. Для того, чтобы предоставить документы, что надо сделать? Надо законная причина остановки. Что в данном случае подтверждает законность? Я не слышу, что вы говорите, машины едут. Давайте перекроем движение, они перестанут ехать, зачем и мы с ним нормально пообщаемся. Зачем перекрывать? Ну, шумно нормально просто. Нормально пообщаться, вам предлагал напарник, говорит, выйдите с машины, пообщаемся. А что, вы только когда... Саша, когда... с вами общался этот старший лейтенант, когда-то вас остановил? Мальчик молодой вот этот? Не. А, то младший лейтенант. Младший лейтенант. Да, а то старший. В смысле, чел? Ну, по-человечески вы пообщались. Когда это было? Да, я не знаю. Ну, а зачем ты? Он не помнит. Нет, человек. Я просто спрашиваю. Не, а когда это было? Да, ну, в городе, когда вы приезжали, с бусом выехали, помнишь? Ну это когда? Это было полгода назад? Да, нет, меньше, чем полгода. Общался со мной старший лейтенант? Да.
Ну, допустим, но это какое имеет отношение к тому, что инспектор просит от меня документы? Не, я не прошу. На данный момент я требую. У нас бомбу нашли на маршруте. Бомбу нашли на маршруте. Серьезно? Давайте, Сань, давай. Бомба реально, она, ну, она... Саш, давай по-человечески. Я же тоже по-человечески. Мы разъезжаем. Хочу их показывать. Это, сейчас, смотрите, ребята, вот серьезно. Смотрите дальше. У меня, вот послушайте. Не, ну я с Саней, ну не перебиваешь некрасиво, Александр. Хорошо, ну, ну некрасиво. Александр. Станет, будет дальше с вами общаться. Давайте. Мы уедем. Ну, Александр, смысл? Мы будем продлевать. Ваша, давайте ваша второй экипаж. Время, наше время. Я слушаю. Тем более вы отвлекаете от работы. Александр, будем продлевать. Второй экипаж. Кстати, тем более вчера Нацгвардию, да, нашу бывшую, нынешнюю Нацгвардию остановили. Гранаты, патроны. А я видел, я заезжал в город, вы потрошили, да, автобус? Ужас, что творится? Что вот, вы творите с Нацгвардией? Вот вы же не люди, творится. Как так это, можно? Нет, так это уже не Нацгвардия, это они оттуда убежали и ехали в город. Это уже кто? Это кто такие называются? А я не знаю, как они уже называются. Как, дезертиры. Как их уже так назвать? Так надо было стрелять их как там прямо. Как их назвать? Да не, зачем? Ну и теперь что? А готовы меня вы были стрелять и автоматом? Смотрите, и что думать по поводу вас? Останавливаем, вы не останавливаете. Я же видел, машина тонированная, может у вас... Александр, ну смотрите, это неправильно. Логика есть? Александр, вы перебиваете, не вы не дайте мне ответить. Я почувствую себя человеком, который слушает малого монолог в опере. Александр, давайте так, первое. Бомба важнее, чем мы это раз. Давайте первое. Вы предъявляете опять документы. Первое. Действительно, если у вас документы... Александр, скажу честно. Вопросов честно нет. Скажу. Смотрим документы, честно, проверяем Александр, ну, дорогой. Ну, честно, все. Нету документов. Нету документов? Нет. Ну, придется составлять материал. Ну, что делать? Ну, давайте составлять. Ну, что тянуть? Потому что там бомба на маршруте. Там выйдет другой экипаж от подъедет. А что другой? Давайте вас. Ну, вы мне так понравились. Ну, что кто-то другой? Так, а что я буду уезжать тогда? Вы понимаете, вы мне уже... Я вам что, девушка, что я должен нравиться? Так я же говорю, продлевать будем. Вы оставайтесь. Мы с вами все заполним. Ну, и нормально поедем. Ну, и все. Накажем. Александр, ну как? Ну, как ехать? Ну, человек так, на ланосе, на тонированном. Поехали с нами. Давайте. Поехали. Мы тогда за вами проследуем, разминируем да. бомбу и там составим... Все, вопросов нет, хорошо. Александр, следуем за вами. Все. Вы же и распорядились, мы за вами. Давай. Только вы же не гоните, у вас же примус. Смотри, как Валя. А Валя нехило, 140. Так ничего же я еду вон, а? Ты что, я без шансов догнать на ланосе. Все, это без шансов, я их уже не догоню. Ну да.